Категорически приветствую всех перед началом матча Кубань-Уфа. Это первый тур, это Мэлбет, первая лига, официальное название турнира с этого сезона таково. Жамалетдинов обыграл, с правой пробить, Нестеренко разогрелся. Хорошо, Жамалетдинов включился и обыграл защитника. Право-слева, слева-право по центру. Сидоров слева и в ближний. И вот спасение. Кукушкин попросил, напросился комментатор на этот момент. И он случился. Сидоров, Макс, хорош, да. Из высшей лиги, из премьер-лиги в первую опустились. Момент, гол! И первый мяч в этом поединке. Георгий Махатадзе. 56-я минута. Ну вот о чем я и говорил, второй тайм гораздо опаснее по моментам, по ударам бить надо. Анголец Рыбин, еще одна подача, прострел. Остался Абдоков, ну и мог сейчас решать и делать 2-0 Нури. Второй тур, момент, может быть, Жамалетдинов. И стойка ворот, ничего себе ударище. Масейчук мчится, Архипов рядом, нет, успели. Архипов! И решать 2-0. Масейчук Архипов. 89-я минута, да. Не удалось Косинтуре ни обыграть, ни отдать. И побежали краснодарцы. И в концовке сил хватило. Но, опять же, замены, да, свежие силы вышли. И... Все. Меня зовут Роман Вагин. Через неделю второй тур. Уверен, услышимся.